Если человек работает, если он работает, значит, он по нужде работает. Не из-за того, что как они жиру бесятся, а по нужде. И вот даже возьмите, высчитывают ведь все время, всю жизнь нас высчитывает пенсионный фонд, правильно? Ну, все время. Да. И тут еще 15% еще будут высчитывать. У меня 50 лет стаж и 1600 гривен пенсия. А теперь я голодаю, потому что я не могу заплатить за то, что они начисляют мне. Понимаете? Все, конечно, относятся отрицательно, потому что, ну, во всяком случае, наше поколение, оно работало, как говорится, от звонка до звонка. Все ходили на заводы, у нас была постоянная работа, нам платили зарплату, мы постоянно платили налоги все с этой зарплаты, заработали эту пенсию, и у нас ее теперь забирают. Справедливости нет. Войной все прикроют. Соответствующих зарплатах, которые есть у пенсионеров, вот если пенсии, они маленькие довольно. Люди идут, большинство идут для того, чтобы подработать, для того, чтобы каким-то образом где-то хоть прожить. Очень высокие оплаты за квартиру, тарифы очень высокие цены. Поэтому хоть нужна какая-то помощь людям, хоть и ночью, я понимаю. А тут получается 15% на пенсию, там получается у многих очень-очень низко. Отрицательно отношусь, короче. Нам уже вот по 15, по 50 рублей стажу. У нас забирают 15%. Для нас это ощутимо. Вынуждены опять работать дальше, потому что у нас не будет за что платить квартиру. К этому сдержано, но, по-видимому, это необходимая мера.